В Сочи Международный медицинский центр «УРАПРО» работает уже 13 лет. Все эти годы клиника базировалась в Адлерском районе. Но вот уже год как квалифицированные урологи, проктологи, гинекологи, хирурги и дерматовенерологи работают в завокзальном микрорайоне на улице Параллельной, 9. Ко Дню Победы коллектив «УРАПРО» решил провести социальную акцию. До конца мая в клинике на прием ждут всех сочинских ветеранов. Пусть это будет для ветеранов. От нас низкий поклон и благодарность за то, что они для нас сделали. Вот. Все ветераны, они могут пройти в отделение проктологии бесплатно первичное обследование. С приездом в УРАПРО открылось больше новых направлений, к примеру, таких как косметология, лабораторная диагностика, УЗИ. Практикуют здесь хирург и врач-онколог. А вот отделение проктологии с его неизменным врачом в клинике работает все 13 лет. Колопроктолог Дмитрий Горин использует самые современные методы лечения геморроя, в том числе безоперационные технологии. И это главный ориентир в помощи пациентам, что отличает клинику среди прочих медцентров. Ну а при необходимости сделают здесь и операцию под наркозом. Один из самых распространенных методов лечения – это метод латексного лигирования, позволяющий избежать хирургического вмешательства. Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами в УРАПРО используют как на второй и третьей стадии геморроя, так и на самой запущенной – четвертой. Недавно Ассоциация колопроктологов проводила свою очередную конференцию. Оказывается, они пришли тоже к этому выводу. Мы это уже делаем, ну, согласно международному нашему опыту и статусу клиники, уже практически 10 лет. Ну, мы рады, что, как говорится, наука вместе с нами, и мы вместе с наукой. Вот, помимо этого, у нас используются методы дезартеризации геморроидальных узлов. Это более инвазивная технология, но она позволяет добиться эффекта за одно посещение. Широко в практике проктологи УРАПРО используют и малоинвазивные методы лечения, так называемые радиоволновые технологии. Такую помощь в основном оказывают родившим женщинам в период кормления. Также возможно латексное лигирование. Гарантия 3 года. Международный медицинский центр УРАПРО работает ежедневно, кроме воскресенья. Улица Параллельная, 9, здание жилого комплекса «Остров мечты». Телефон 266-00-72. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.